Привет всем, кто смотрит мой канал. Добрались мы все-таки до мониторов самсунговских, изогнутых которые. Зарядку я купил все-таки. И теперь мы будем их проверять. Ну, скорее всего, как обычно, у них, ну, не мониторы, а матрицы разбитые. Ну, сейчас распакуем, посмотрим, вдруг повезет. Распаковываем. Вот она подставка, диск, ну вот подставки, документы, даже с чеком, 9000 рублей почему-то, всего лишь 9000. Так, ну вот он, тут вон видно, не знаю, видно, не видно, вон. Аналог. Вот он удар. Вот такая вот прелесть. Короче, чудо не произошло, да? Ну а так картинка меняется, все нормально. Но... А получается здесь середина экрана не работает. Вот отсюда до сюда. То есть вот она идет, потом она сюда попадает и отсюда выходит. То есть вот эта часть, вот где удар был. Вот он не работает. Так, ну ладно. Распаковываем следующий. Посмотрим. Может, тут что-то покажет. Смотрим следующий. Ну, это вообще в пленке прям. Да. Ну, это вообще жестко разбит. Сейчас проверим. Вот у него здесь удар в угол. Ну вот и все. Что-то появилось. Конец 19-го года. Да, тоже, короче, не работает. Очень-очень-очень жаль. Получается, на этом палета наша подошла к концу. Это. Да, там, кстати, с той палеты вообще уже классно. Там продался второй унитаз. Ну, не унитаз, помните, этот туалет. Из этой палеты еще как бы, ну, ничего не продалось. Ничего я еще не сделал. Только там наушники, да, колонки, да, вон те вот. И все. Ну, буду также сообщать, что, как, чего и где. Так что пишите, может, кому нужно будет, что-то осталось, отправим, договоримся и так далее и тому подобное. Вот. А я поехал за следующей палетой. Все, пока-пока, всем удачи, хорошего настроения, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, не забывайте и ставьте лайки. Все, пока-пока.